Так, всем привет. Сегодня опять будем с Астиком играть. Заказать как видите, прикол, да, я думаю, стоит это сделать. Люсей, ботаником, думаю, с мастером Васей и Кантри. Замечательно. Просто бесишь, короче. Я Теомодорку снимаю даже не потому, что я снимаю Теомодорку, а просто потому что... чтобы ты не мог забанить упаковку и живи, короче, с этим. Блин, лол, это что за жесть была сейчас? Астик, что-то приколол. Это какой-то ультразвук, блядь, был. Так, ребята, еще одно место есть. Давайте, зовите друзей там каких-нибудь. Ой-ой-ой. Друзьяшек. Зодиаку. Go, let's go. Так, ну тут хейтить Люси, я так чувствую, будут, потому что она стримерша. Может даже у нее тоже на стриме что-то будет интересное происходить. Куча Теранов. Опа. Я, пожалуй, за Теранов играю, а не за Тоса. Так, напоминаю так, правила. Так, все? О, нет, подожди, Пронос. Через 5 минут начинается там удержание центра и баунти 30%. Большое спасибо, что не поставили Bloodlust. Он меня реально бесил. Блин, лол. Давайте, нам нужен... Что я в плане писал? Написал. Что написал в плане? Да, мастеров отшлепать. Попробуем. Из таких адекватных игроков. Я думаю, кошка. Так, у нас прогулирует, пойдет, да? Можно приделать. Остальных следует очень-очень аккуратно обходить. Но я искренне надеюсь, что поскольку таймер 5 минут, то они друг друга будут регулярно убивать в середине, я смогу нормальное что-то сделать. Восьмого действительно нам не хватает. Сейчас восьмой придет. И ждем восьмого. Короче, я понял. Мне нужен билд ТВТ. Срочно нужен, короче, ТВТ-шный билд. ТВП, в принципе, как таково есть, ТВТ нужен. Прям супер-супер какой-то сейвовый нужен. Блин, я не знаю, либо выход в макро, блин. Короче, нужна ТВТ. У кого ТВТ хорошая 5 плюс К игроков? Показать игру, что ТВП. Так они и так все знают. Там Казим грузится. Так, а чё, где кто-то он? Кто-то улетел. Лол. Ещё и кто-то минусанулся. Ништяк. Нам ещё два игрока надо, получается. Вася, так, ладно? Фанич, а ты где? Ты в группу вошел? Не, где-то я тебя не вижу. У тебя нет в друзьях, по-моему. Зайди в группу, в этот, в чат, Астик. Казим. Так, Казим, ты Фанич? Ты в канале? А я тебя не вижу в канале. А, лол, я не тот канал смотрю, пипец. А, Эмочка, блин, а я все смотрю, Эмочка, думал, блин, ты инвайтить или не инвайтить? А это оказывается ты. Я уже давно на тебя глаз положил. Так, Казимыч? Там, Казимыч, давай, залетаем. Ничего так, Эмочка.
Блин, а у кантри сколько? 4 900 945. Так, все, Джоджо. Кто такой Джоджо? Да, кто такой Джоджо? Ладно, Казим раздуплится. Окей, ладно. Поехали! Да начнется великая битва, друзья мои. Да спустится с небес кто-нибудь там такой хороший. Так. Ладно, я пока вырубаю звук. Значит так, да? Честности. Дальше вы будете видеть только то, что вижу я. Очень рад, что нет Бладласта, но зато, как обычно, пачка мастер-лига их сильных алмазов. Можно будет потом у Люси проверить, она с нами играет на стриме или нет. Пока грузится, может, я в Альтабе это проверю. Не, Люся сейчас не стримит. Окей, ладно. Может, это ее фанат, конечно, но... Хорошая имитация, по крайней мере. Зергал, масс. Все очень похоже. Вопрос только, что я буду делать с мастерами-грандмастерами. Походу, мне придется кого-то из них побыстрочку выпилить. Ну или подождать, пока они друг друга в центре перегрызут. Более вероятный сценарий. То есть тактика такая, когда противник сильнее, чем ты, ты не должен, если это, конечно, не один на один, ты не должен лезть на рожон. Он тебя будет провоцировать постоянно, как-то харасить, говорить, что давай, это твой последний шанс. Ни в коем случае не поддавайтесь этому. То есть в данном случае тут у каждого будет не так и много баз, и... Если не будет явного фаворита, все может быть вполне нормально. Напоминаю, что моя главная раса Протос, но мне очень хочется улучшить свои навыки за Тирана, поэтому, несмотря на сложившуюся ситуацию, я все равно считаю, что Тирана мне проще будет играть, так как, например, ЕМП плюс ракетки просто минусуют, считайте, пол армии Протоса. А Мастер Лига умеет это делать. Недавно ФФА это замечательно продемонстрировала. Итак, поехали. Для начала я бы хотел узнать, кто рядом со мной, как минимум, находится. Там много тиранов, но зерк же есть. Если какая-нибудь Люська, можно будет на ней отыграться. Так, какая-то она бешеная, поэтому... Ну, или имитация. Мы же не знаем точно. Так, выбираем на бараке сразу. Первое, что надо сделать, это достроить стенку от всяких ранних харасов. Впрочем, и неприятно. Вот, кстати, и Люся. Неужели Люська будет меня харасить? Ну все, стенка будет. Стенке быть. Если она думает, что я играю по билду, у меня для нее очень плохие новости. Мне же надо знать, кто мой нижний сосед. То есть тут драка будет вот здесь, скорее всего, а не с Люси. Как бы я должен этот фактор тоже учитывать. Может прилететь репак вполне. Может даже два репака или масс репаки. Мне желательно бы это узнать. Поэтому я даже не пожалею рабочего для этой цели послать и посмотреть, что делает мой нижний сосед и кто он такой вообще. Что Люся меня что-то любила, это я уже понял. Может потому, что я ее подписчик. Ладно. Как бы там ни было. Оборона мне нужна в первую очередь. Потом все остальное. Сначала оборона. Так, что это? Кто это? Ой, блин. Хочет добывать. Строить газ. Не успеваю. А ты пойди посмотри, что там. Не успел, главное.
что ни был. Ага. Два зерга, замечательно. Один из них будет что делать? Собак? Вероятно. Вторая база. Ну, я зажат между двух зергов, ребят. Замечательная ситуация. Два бейнлинг баста просто. Самое то, что я обожаю. Ничего. Через 5 минут начнется вынос в центре, так что не столь страшно. Вот ресурсы я накопил, это да, это неприятно. Надо всех успеть, пока есть деньги. И да, танк. Где мой танк? Почему до сих пор нет танка? Так. Танк как-то печально. Я не знаю, с кем мне придется сражаться. Видите, эта стежка не поставилась, но ладно, сейчас еще раз. Мне сейчас важнее армию построить лучше. Так, ну что, какая-то подобие армии у меня есть. Бендбаст никто не отменял, соответственно. Там капсулоны какие-то будут явно. У меня. Скан я пока тратить не буду, мало ли что там будет. Худшее, что можно сделать в этой игре, это пойти слиться в Мастер Лиг. А лучше это построить достойный мех, выйти и показать, что ты тоже на что-то способен. Кстати, через 40 секунд будет такая возможность. Ты глянем, что там Оптимит делает. А, это кошка. Стоп. А, так я с кошкой по соседству. Кошка. Даже репака потеряла. Прикольно. А Люся, получается, с кем надо драться? Это кошка. В общем, снизу все спокойно будет. Если я поставлю достойную оборону, то каких-то проблем я не вижу. Серьезно. Просто, конечно, зря так считаю, но... Ну, по крайней мере, не самое худшее, что могло случиться, правда. Ничего у меня не подгорает, как видите. Кстати, Люська там уже в центре наваливает всем. Я центр-то и не вижу. Она может выиграть, если остальные проспят. Кстати, пока Люська спит, можно пойти ей навалять, правильно? Так. Минки будут извлекать. Я специально не кидаю мулов, мне сканилка на центр понадобится. Лол. Овер, просто овер. Не. Не верю. Не верю, что это сработает. Если сработает, будет просто ржака. Ладно, ребят. Были случаи дикого тупления общего, причем у игроков, поэтому... Я все-таки пойду и разберусь с этой ситуацией. Очень надеюсь, что я там буду... Успею за 40 секунд это разобрать? Где же ты? Ну, атакуйте. 30, 29, 28, 27, 26, ну... Вся мощь моей армии не может это развалить. Что такое? Ну я успеваю. Ребят, я успеваю. Не, Люська, халявы не будет. И не собираюсь я нарываться на кучу эмейлов сейчас. Ну пока я Люську убивал, мне тут надо было... Развиваться, это минус, конечно. Да. Кстати... Я ж мех, мне же нужны гриды. Чё, гридов нет? Пусть там МЛы пока подолбятся немножко. Моя задача сбрасывать таймер. То есть, если видишь, что таймер идет, ни в коем случае нельзя давать ему дойти до нуля. Ни в коем случае. Так. Тэшки забиндим на единичку. Это на двоечку. Это на троечку. И это на четверочку. Вот так вот. Бинды у меня будут. Сидим в саплай-блоке. Замечательно уходит меня.
Так, Рейвен. У кошки, благо, на карте нет, но все равно это не повода остывать. Проблем тут еще будет куча, особенно со скайтосами, если они, конечно, объявятся. И мне бы здесь планетарку по-хорошему было бы неплохо поставить. Кошка придет, и что я скажу? Привет, кошка, я слился. Так, ладно, кроме шуток. У меня еще от муты никакой защиты нет, это тоже большая ошибка. Нельзя так делать, ни в коем случае. Даже если у вас есть пачка мариков, все равно надо хотя бы одного тура. И собираем рабочих, которые стояли без толку. Оставляем их работать. Делаем стимпак, соответственно, раз уж мариков я построил, да? Потом надо будет сделать стимпак. Так, что там? Видите? Центр у нас тут сменяет владельца просто очень-очень-очень быстро. Ни в коем случае нельзя раньше времени приходить и пытаться обнаглеть. Это ошибка. Конечно, в принципе, можно было бы дать кошке выиграть, но... Я хочу же мехом поиграть, правильно? О, кто ко мне там в гости? Что там, минус кантри? Не знаю, короче, кто это был. Но в любом случае мой план сохраняется в силе. То есть у меня уже есть эмата, значит должны быть крузаки. Было бы неплохо турельками обзавестись. Потому что... Никто не знает, чем это закончится и в каком составе армии я буду воевать по факту. Пока что у меня просто какой-то набросок есть. Котя, кстати, нормально так там сидит. Слово. Мощная кошечка. Выбили кошку, ладно, кто там следующий будет? Кстати, мне сейчас, наверное, гелики бы построить неплохо. И вот это тоже. Кого-то уже взяли, прибили. Не знаю кого, и меня это напрягает. Пока все вроде норм. Кстати, лишка там все было. Ребят, 40 секунд, Люся может победить. Что там у нее? Мутка? Серьезно? Пошли. Пошли, пошли. Она может реально победить, если ничего не сделает. Нельзя давать риски выиграть. Давай, репак сюда. Минус половина мутки. Что? Мутки тут, понимаешь, балуются, парни. Что происходит? Халалят. Тут все взяли и пришли. Найс. Так что это выбор? Отступаем под нас. Я не знаю, что это было, ребят. Мне это вообще не понравилось. Как бы мы вроде немного слили, да? По сути. Если Люся будет играть через Масмута, то я боюсь, да, МЛ ей как до луны. Так, ладно. Кроме шуток, там еще есть одна база, которая, скорее всего, уже оккупирована Люсей. Мне бы очень хотелось ее присвоить. Давайте попробуем это сделать.
Кстати, Эмочка, он же ГМЛ, он вполне может там пойти навалять всем. Ну я уже в этой игре как бы что-то полезное сделал, правильно? Так. Раз, два, три. Биндим на четвертый. Ребят, ГМЛ кто-то убить хочет, нет? Мне тут одному надо будет распинаться. Что там творится? Ох, ничего себе! Я боюсь, мы за 20 секунд не справимся. ГМЛ может выиграть. Не успели. Ну, нормально сыграли, вполне нормально. Третье место. Или какое у меня там? Четвертое. Ладно, четвертое место. Эмочка просто всю игру втащил, видите, да? То есть, даже если бы я дал ему бой, меня тут явно было меньше. Тут еще кошка на меня нарвалась. Ну, вообще, знаете, то, что выигрывает ГМЛ, это как бы не удивительно на самом деле. Ждем следующую катку. Бэнк сейчас будет с нами. Сейчас я проверю, не забыл ли я воду там подключить момент. Карта поменялась, да? Или нет? Нет, не поменялась. Мне в каком-то смысле повезло. Я только дрался по своему усмотрению, когда центр уж кто-то совсем нагло отхапал. Мне нужно было что-то с этим делать. Но с другой стороны, когда у тебя есть вот эта вот база, то велика вероятность, что 70% коста. А чтобы никто вообще не сидел на месте. Или что? В общем, если 70% баунти, то может имеет смысл действительно. Да, бусины, конечно. Вообще с таким баунти можно реально построить какую-то жесть и пойти просто нагибать.
Сейчас пойду гляну, кстати, кто там мои соседи. Что-то я забыл эту карту сделать. Вообще я зеркало. Так. Опять Люська. Ну, Люська, но... Что могу сказать? Люлы ХП. Что тут творится? Как тебе такое? Три базы, да? Жадная. Жадная Люська. Так, придется впустить нашу КСМ-ку. А. Ты не, погоди, я бы хотел бы узнать, кто вот это такой жесткий. Тут будет какой-то рипоциклон раш от меня, скорее всего. Там риперы летают, ну да. О, кстати. Что я жду-то? Протос понял, что там our надо что-то делать. Ой, ой-ой-ой. Тут сплэш играет. Неплохо. Вполне. У меня второй ФП нет. Печалька. Но тайминг пушит как-то не очень тянет. О! Сработало. Я сказал, что он ГМЛ, он выиграл первую катку. Все. Свидали. До свидули. Теперь давайте подумаем, с кем нам по факту будет собираться. Походу с тем, кто на его месте, да? Чего-то... Люську прижать хочу. Но у нее там свой сосед есть. Что мне делать? Это на двоечку. Это на единичку. Танчик где-то должен стоять, да? Явно. Кстати, Люська уже тут настолько жесткая, что просто пошла и берет центр. Опять, да? Чем же она его на это разберет? В прошлый раз было просто банальщина. Ну давайте Люське покажем профессиональную игру. Скобочка. Так. Не знаю, правда, что я... А, все, все, Люся, ГГ тебе. Такое я не прощаю. Так, и рабочих. Это чем-то надо взять обязательно. Обязательно рабочих надо взять на починку. Парочку. Вот она приходит, вот она наглеет. Так. Берем хорошую позицию. Стимпака у нас, к слову, нет, как видите. Так. О. Залетай. Сори, Люська. Походу все. Близко у нас халявит. Нельзя халявить больше. Нельзя. А мне нельзя тупить. У меня сейчас вот что-то вышло, да? Надо не расслабляться, хе-хе, у меня вышло все. А в два клик.
Вазлик, пацаны. Да, я знаю, что у нее еще две базы, прекрасно знаю. Я об этом позабочусь. Выйдите вы сюда. Баунти это топ. Ага, вот он еще. Окей, пошли туда. Что ж такое? Не дали мне Люську бить. Ты чё, она выиграла еще? Вы серьезно? Кто выиграл? Как? Как это произошло? Да ладно. Как ты? Мы каждый день играем мод, все одно и то же. Изо дня в день. Так, схватка, давайте посмотрим. Подождите, карта. Нужны карты. Еще не понял. Как она выиграла? Я же ее прибил. Карта на 8 человек, да, по-моему? ФФ-шная. В смысле, Андергон, что за бред? Ну, надо было за центром, дружище, следить. Да, но... Так, карта Близзард нас требует. Ну, почему они так боятся бронзы? Да это что-то, блин, на Teddy Girl ты попадаешь просто. Это вот у нее надо спросить, почему они так... Почему она так сразу кокает? База корпуса Мёбиуса. Высотная терраса. Их тут центр. Да-да-да, вот видишь, Андрагон, вот видишь. Эх. Бывает же в жизни огорчение, да? Лол. Ну ладно. Блин, у меня почему-то не показывают. Люсина, она все равно выиграла. Почему они не показываются? Станция Атлас. Старое поместье. Старое поместье это что такое? Блин, а у меня что-то вообще не грузит, прикиньте. Ладно, ждем от Астика новую карту. Капец какой-то. Нормально. Воу. Та-та-та-та-та-та-та. Без всякого котяра там ставить. Оу, ем. Ладно, ждем, может Астик еще создаст что-то. Как-то жестко получилось. Получается, что мне надо было сначала развалить камни, да? Скажите мне, какую еще карту можно взять? Бездна у меня уже есть в этих. Для FFA какие карты еще могут подойти? У нас есть токсики, у нас есть закрытая планета, у нас есть бездна. Три карты есть. БГХ? Что такое БГХ? Big Game Hunter, походу, да? БГХ? Я вел, что-то не находится БГХ, Савич. Пока Астику напишу. Требованные. Как же эта карта называется, а? Big Game Hunter. Что за Big Game Hunter? Это сколько там человек? Карту. Так вы мне подскажите, какая карта есть? 12 человек? Нет, 12 человек мы не будем видеть. 12 этажов. Ну ладно, давайте посмотрим сами, какие карты тут есть. У меня карты не прогружаются. Блин.
создал он что-то? Нет, пока. А, создал. Ладно, го кастику. Раз создал, почему бы и нет. Да-ра-ра-ра-ра. Блин, нафиг я святилище зашел. Лоу, походу он ливает, ладно. Ливаем. Так не, это у меня есть в закладках. Почему бы не создать вот Адиса? Да, еще карты. Че, 3 карты всего для ИФФА, что ли? Фигеть. Как мне выбрать 8 игроков? Блин, написал Дига. Big Game. Big Game. Hunter. Что за хрень? Big Нет Hunter. Такого опции, ладно. Тогда давайте, знаете, что сделаем? Точно зайдет? Full Custom. No Unit Limit. Full Custom. Это что такое? Вот это он смотрит, да? Ну да, походу. Big ну это слишком жестко. Чё, юзаем? Автор геймер, Бигемхан, СКБВ. СКБВ. А какую именно-то, ё-моё, тут Бигемхан-то вообще это хреново туча. Да не, в топку мы на базу. Blizzard Maps может посмотреть, сколько тут тоже дочерки, да? Нет. Поток лавы? А ты мне скинула? Прыгаем кастик. Что за поток лавы? А чё? Чё я кастику не могу? Поток лавы. Что? Что тут происходит? Давай попробуем потом. Блин, а поток лавы там как в центре вообще? Чё? Да не, ты чё, угораешь поток лавы, там центр не такой. Это фигня. Нам нужна карта с центром и локациями по краям. Outpost, Overwatch. Для того, чтобы там круг вставить. Так, давайте, залетайте. Ладно, погнали. Залетаем. Окей. Ниган. Все, все залетели? Не племочка. Блин, сколько Bounty Hunt стоит? 30%. Вы чувствуете вообще его или не чувствуете Bounty Hunt? Или не чувствуете? Bounty Hunt мы чувствуем. Особенно когда кого-то не слышим. Так, вы пока посидите на скамейке запасных, друзья. А где упаковка? Я не понял, почему упаковка не играет? Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Я понял. Значит, первое, что надо делать, это выбивать оверлорда, который там есть. Потом уже можно и разваливать саму. Хорошо. Напишу всем. Забыл язык поменять. Так. Упакоха, ты будешь играть, нет? Так, надо заглушить астика ради честности. Да. Собаками. Да-д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 а-
Так. Ну что, смотрим за геймингом. Походу остальные все просто заснули. Хотели все выиграть. Собаками выиграть. Ай, да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Так, ладно, делаем по стандарту. Придется вырубить Астика. Кстати, локация такая достаточно жесткая, все, я вырубил Астика. Я, честно, ничего не спалил. Не пытался понять, кто где по цветам, так что все честно. Просто чтобы, ну, не подслушал. Так, да, пошла. Бояться. Ну что, ГМЛа нету. Есть Люся, есть... Да. Походу, да. Слышь, петух. У меня тоже репак скоро будет вообще. Кто это такой жесткий? Да, тут депо, чтобы достроить. А, это ритараж, понятно. Достройте уже эту несчастную сплайку. Кто это там меня ритаражит? Всем охренели, чуваки. Ну, свой ритар есть. Сейчас все будет. Контрольную точку сделаем. И настроим побольше чего-то жесткого, да? Ладно, ждем. Сплэш. Сплэш, по-моему, тоже в другой лиге. Ладно, достраивай. Сейчас все будет. Спокойно, сейчас все будет. Он хочет поиграть в Mass Reaper с человеком, который и сам играет в Mass Reaper. Ну давай. Бро, удачки. Главное вначале не запутить. Иначе будет очень печально все. Тут походу скоро танк будет, а? Так, сделаем. Балуйся там сам. Так, тем временем, да. Доигрался, чувак. Так, хорошо. У нас тут небольшая заминка получилась. Это неприятно. Но армия-то у нас есть в итоге. Более чем. Маншо его развлекать будем, наверное. Что тут за чудило такое? Вообще не понял, что тут делать. А кто это такой?
Слышь, ты кто такой? А, он уже пошел войсками, да? Флэш? Что, посеешь что-нибудь под него? Вторую базу построил, молодец, бро. Таминкуш не хочешь, бро? Или фас банчу? Как идея? Хотел со мной в дичь поиграть, давай поиграем. Так, ну чё там в центре-то? Command center upgrade complete. А как она здесь осталась-то? Ни хрена себе, где она? Она закопалась. Где она? Ну, теперь мой товарищ, скажем так, он сильно разожрался, и я боюсь, я его уже не преломлю. Так. Да, все тайминги уже спасаны. Но зато я нафармил ресурсов, как бы так, тоже неплохо. Так. Вообще, зачем мне стимпак, если мне надо... Не, играть. Серьезно, зачем мне стимпак заказал? Так. Пять, Люся? Что ж такое? Так, Тедди минус, ладно. 50 секунд. Это моя база, походу. Пойду еще раз пофармлю, да? А, кстати, а где мои грейдилки-то, собственно? Что делаю? Research complete. What's going on? Complete. Sure thing. Ладно, тут есть база этого товарища. Товарища Харасера. Нет. А, есть, смотри. Есть у него тут база. Вон тут. Что у него за товарный, да? А, он тут с Ниганом борется. Ну ладно. И займемся с флешей. Да, вы, пожалуйста, идите все вместе. Who
Ну да, не закрыто, а то видит какая-то неразрешимость. Так, хорошо. Теперь мне надо переразложиться. Где-то здесь бы еще, наверное, поставиться, да? Так, гриды не забываем. Временем Ниган там что-то на центре творяет. Не дело, само собой. И что тут делаете, ребят? Что у Нигана по центру творится? Давайте оценим. Лол, это все? А, телефон? Че? Ну и что я тут добился? Да, очень тупой ход от меня. Нельзя так играть. Ну вот, вот ответ. Как так можно играть? Против Торов я там ничего не сделал, серьезно. Не верю. Ну да, кошка там не должна была выиграть никак. Я еще натуплю, но мне тут конец будет. А Ниган? Ниган может. Все-таки Ниган сильный, да? Люся. Люся, а ты тут что забыла? Что центр синтеза постройка я? О, могила вышел, ура! Новые лица. Уже хорошо. Если Ниган возьмет 4 базы, ГГ будет всем. На лимита нет. Тут кто-то есть? Зритель Тихиана. Котика. Котика живой? Да, котика живой. Хорошо. Всегда надо убивать более сильного, а не более слабого. Соответственно, я тут не пойду на Котю. Котя хороший. А вот Нигана
Надо что-то делать. Mineral field depleted. In the rear with the gear. Lay it on me. Got no patience. Блин, если я там так жестко слил, просто минус вся армия, это ерунда. 5 баз! Upgrade complete. Order accepted. Yes, indeed. Command authority. Ну ладно. System is prime. Big job, huh? Кстати, там кошка сейчас выиграет. Ready, order. Go ahead. Awaiting orders. In the rear with. Called in the fleet. You hail? Research complete. Whatever that means. Мне нужен ресурс. Completed. Так, чините, ребят. Oh, really? Who called in the fleet? Ready to raid the man. Awaiting orders. Mineral field depleted. Aye, man. Talk to me, boss. This has a big one. Yes, man. Thank you.
on you. Talk to me, boss. End battlefield conditions. I'm waiting on you. Yes, Commander. Huh? Big job, huh? Yes, bad news. Oh, really? Your request. Scanning battlefield command right away. This vessel will comply. Underway. Understood. Engineering at your disposal. Systems. Well, ну вы поняли, да, мою ситуацию? То есть у меня небольшой выбор. Yes, не хотел мне Ниган давать базу, значит, не хотел я ему отдавать победу. Все логично. Ну да, тут я, конечно, был не супер мощный игрок в данном сете, но
Более-менее. Кстати, по юнитам мне на дне. Ну да, у меня одни крузаки были, что с меня взять. Вон, видите, третье место по факту. После Бенга и после Нигана. Не, нормально, сыграли вроде. Это было занятно. Жадность до добра не доводит, ребят. Ну, я уже отыграл 3 сета. Будет неудивительно, если меня выкинут, сколько я много играл. Ну так, на всякий случай еще можно попробовать. Давайте я пока чекну, что там происходит у Астона. В золото. А Айден. Серебро? Что там такое? Вот так вот. Меня тут обсуждают, что я шальной, если меня не добить. Мощно. Мощь! Да, есть такое дело. Так. Ну что там, все готовы? О. Ну, посмотрим. Я вроде. А, я на лавке запасных, да? Ходу меня не пустят эти раз, да? Да, меня кикнули. Ну ладно. Давайте тогда на сейчас прервем нашу трансляцию. Спасибо за игру, в любом случае. Я действительно уже играл 3 раза, то есть мне как бы четвертый давать было бы, наверное, нечестно. Давайте напишем в чат. Благодарность. И, наверное, на этом все. Все, спасибо всем, кто меня смотрел. Пошел дальше смотреть Астика. А вам, Галыхов.